Привет всем! Мы находимся сейчас в Минске. Приехал наш франчайзи из Москвы Александр, потому что в этот раз до России я не доехал, только Украина и Беларусь. И мы решили вот здесь встретиться, пообщаться. Саша наш представитель, он сейчас озвучит адрес офиса. Тот, кто в Москве, в России, может приехать и пообщаться. Цены точно такие же, как и в офисе в Нью-Йорке, поэтому можете смело звонить. Саша, ну, озвучишь адрес, куда приходить. Здравствуйте, друзья. Наш офис находится рядом с метро Павелецкая в Москве. Это пятый Манечковский переулок, дом 3, строение 1, офис 206. Приходите, будем рады, всегда поможем. Все те же самые программы, что вы видите на сайте: второй паспорт, иммиграция, адаптация, роды, лечение, работа за рубежом, учеба. Вы можете написать заявку Александру на его телефон, WhatsApp, все это работает, на сайт, и прийти на консультацию, и мы поможем вам воспользоваться нашими услугами. Поэтому смело используйте эту возможность. Ну и как бы хочу обратиться к всем нашим зрителям, что у нас, кто в Минске находится, что у нас будет семинар 30 числа под видео внизу. В описании я укажу адрес. Приходите, семинар бесплатный. Вы можете задать мне любой вопрос, я отвечу. Так что пообщаемся. Так что всех ждем. Спасибо.